привет всем, с вами Сновочный Центр ПК Авто. Сегодня у нас Mazda 6, Dory Style. Сюда поставили самую нашу широкоугольную камеру. Значит, плафон подсветки номера. Да, так как здесь нету штатной штамповки под камеру заднего вида, если сюда врезать камеру, то будет мешаться козырек. А в правый плафон нельзя поставить, потому что здесь вот эту заглушку, под ней, я так понимаю, что ключ, чтобы открыть багажник, когда он замерзнет. Да, поэтому смотрится классно. Значит, Mazda 6, штатная магнитола, штатный экран, все заводское. Переключаем реверс, видим изображение с камеры заднего вида. Виден весь бампер от края до края. Доступны также настройки, штатный контраст, то есть все это дело по заводу. Включаем реверс, переключается в родное, срабатывает все быстро, показывает все отлично. Угол огромный, ни одна бабка не проскочит. Если вы до сих пор ездите на Мазде без камеры, то обращайтесь в наш установочный центр.